В Беларуси пенсии за 21 апреля будут выплачены досрочно. Это связано с Радуницей. Так, в отделениях почтовой связи Минска выплата начнется 17 апреля. В Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в сельских отделениях Гомельской области с 18 апреля. В Витебске, Гродно и в городских отделениях Гомельской области выплата будет производиться 20 апреля. А 21 числа будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.